64-летний американец пробежал в Нью-Йорке 6 марафонов за 6 дней, чтобы собрать деньги на обувь для детей-инвалидов. Том Мэггарет вырос с 10 братьями и сестрами на бедной ферме в Северной Ирландии. В детстве он часто недоедал, был плохо одет и даже в школу ходил босиком. Но сегодня он намерен обеспечить тысячи детей-инвалидов добротной обувью. В свои 64 года Мэггарет уже пробежал более 200 тысяч миль, собирая деньги для самых различных благотворительных организаций. 29 сентября он начал свой марафон и в течение 6 дней пробежал по 5 нью-йоркским районам, чтобы собрать деньги на покупку обуви для организации HLS Kids, которая оказывает помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями. В прошлом году Мэггарет уже пробегал такой 6-дневный марафон и смог собрать деньги на приобретение 4500 пар обуви для этой же организации. По его словам, пока Бог дает силы и волю бежать, он будет это делать. У него есть дар бегать, и он хочет поделиться с теми, кто бегать не может. Мэггарет участвует в марафонах с тех пор, как переехал из Ирландии в Нью-Йорк в 1973 году. Многие удивляются его физической силе и выносливости. Он тренируется от 3 до 5 часов в день и поддерживает здоровую диету. Для участия в таких забегах нужны воля, настойчивость и дисциплина. Когда во время бега тяжелеют ноги и слабеет ум, он вспоминает о том, что бежит ради других, и это придает ему больше сил и вдохновения.